с кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. С утра сегодня звенела Москва пионерскими песнями. Собирались ребята на Красной Пресне, где родились первые пионерские отряды. В Сокольниках, где вспыхнул когда-то первый пионерский костер, проводил торжественные сборы каждая пионерская дружина. 19 мая – день ярких ребячих праздников, красивых шествий, но главное – это день, когда подводят они итоги своей работы за год. Итоги работы на марше пионеры всей страны делу Ленина верны. В этом году мы показали очень интересный спектакль нашим малышам, посвященный неделе детской книги. Спектакль назывался «Пришествие в стране королевы книги». В нашей дружине также проходил сбор, посвященный Антону Семеновичу Макаренко. А в нашей школе очень хорошо работает группа «Поиск». Мы ищем ветеранов 35-й гвардейской дивизии, шествуем над ними. Теперь они часто приходят в нашу школу. А наши семиклассники в этом году, они ездили в Минск и ходили там по местам боевой славы. А еще у нас в школе очень хорошо работает октябрятская группа. Мы шествуем над октябрятами 3-х, 2-х и 1-х классов. Постоянно проводим концерты и разные игры. А мы в своей школе открыли музей Льва Николаевича Толстого. Видите, как интересно живут наши дети. А на счету у пионеров еще много полезных дел. Каждая дружина шествует над производственной бригадой или школьным лесничеством. Ребята собирают тысячи тонн металлолома и макулатуры, а это сырье для нашей промышленности. Они посылают библиотечки на комсомольские стройки, они помогают пожилым людям, у нас больше 4 миллионов тимуровцев. Наконец, они хорошо учатся. Маленькие граждане своей страны, они готовятся стать настоящей сменой старшим. 19 мая на Ленинских горах у Дворца пионеров собираются лучшие дружины столицы. Торжественным парадом они открывают праздник, посвященный дню рождения пионерии.